Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Новосибирску при поддержке бойцов ОМОН регионального управления Росгвардии провели обыск на складе, где хранились спиртные напитки и табачные изделия, не имеющие обязательной маркировки акцизными и специальными марками. В результате из незаконного оборота изъято 1200 ящиков крепких спиртных напитков и более 470 тысяч пачек сигарет, изготовленных в странах ближнего зарубежья. Одновременно в 13 магазинах Новосибирска полицейские изымали нелегальный товар, уже поступивший в розничную реализацию. В квартире, принадлежащей организатору поставок немаркированной табачной и алкогольной продукции, обнаружено более 2 миллионов 800 тысяч рублей. Еще свыше 300 тысяч рублей оперативные сотрудники полиции изъяли в одном из магазинов. В отношении 30-летней жительницы Новосибирска, организовавшей поставки алкоголя и табачных изделий, и 6 активных участников, контролировавших розничную реализацию нелегального товара, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает за это деяние максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению иных участников этой группы и фактов противоправной деятельности фигурантов уголовного дела.